Правительство Сингапура вводит ограничения на распитие спиртных напитков. На решение властей повлияла неутешительная статистика. До 50% всех правонарушений является следствием употребления алкоголя. Купить горячительные напитки теперь можно будет только днем. Новый закон уже вызвал противоречивые мнения у местных жителей. Я считаю это решение правильным. Правительство таким образом заботится в первую очередь об окружающих, об их спокойствии, конечно. Лично я не поддерживаю такое решение. С запретом теперь многим будет сложно. Про новый закон слышал. Это хорошо, что люди не будут теперь распивать в общественных местах или на улице, как раньше. Для этого есть строго отведенные места, бары и рестораны. Нарушение закона грозит серьезным наказанием. Отделаться предупреждением за распитие спиртного местные жители или туристы смогут только на первый раз. Если попадутся повторно, им грозит штраф 2000 сингапурских долларов, это около 300 тысяч тенге, или арест на 3 месяца. Владельцы магазинов, торгующих алкоголем ночью, будут оштрафованы на солидную сумму в 10 тысяч сингапурских долларов. Это более 1 300 000 тенге.